Вайс-президент Арт-партии «Правда», хочу обратить ваше внимание, что мы не группа, а движение художников, соединенные не эстетическими идеалами, вырождающиеся видов, а спаянные идеологическими антипост-авангардными принципами. Мы светлое движение, завоевывающее континенты. Со штаб-квартирой в Нью-Йорке мы имеем филиалы в России и в Западной Европе. Высокие этические, духовные идеалы в искусстве и деятельность в мировом масштабе гарантируют нам успех. Мы, как рыцари искусства, получили горячую поддержку народа с нашей первой незабываемой выставки. Магический образ арт-партии «Правда» притягивает писателей и религиозных деятелей. Всех, кому неравнодушна судьба искусства, неравнодушна эволюция культуры и культура эволюции, регенерация цивилизации. С наилучшими пожеланиями. Так, значит, у нас гостя...